Челябинск. День российской науки для Южноуральского госуниверситета – одно из самых важных событий. ЮРГУ выполняет цикл научных исследований по широкому спектру направлений науки и техники. Результаты, которых достиг ВУЗ, позволили ему в 2010 году получить статус национального исследовательского университета. В университетском комплексе «Сигма» состоялось открытие 6-й научной конференции аспирантов и докторантов ЮРГУ. Подробности в сюжете наших коллег. Первым направлением работы научной конференции стали технические науки. Аспиранты механико-технологического и физико-металлургического факультетов выступили с докладами о своих научно значимых исследованиях. Ксения Яковлева представила работу, посвященную динамике изменения толщины стенки труб при редуцировании. Моя работа заключалась в исследовании параметра формоизменения труб, то есть непосредственно изучение трансформации толщины стенки в процессе деформации труб в роликовых волоках. Каждый участник конференции должен был не только рассказать о значимости своего исследования, но и защитить его с точки зрения актуальности и необходимости в науке. В этом году докладчиков по техническим наукам было более 30 человек. Работы очень хорошо ориентируются в научном содержании, то есть однозначно могут сформулировать и научную новизну, прекрасно понимают, что их работы должны быть внедрены в промышленность и, соответственно, ведут работу в этом направлении. То есть, по крайней мере, если не говорят о промышленной применимости, то знают, где и как эта работа может быть использована. Следующим этапом работы 6-й научной конференции станет направление «Экономика, управление, право».